Поехали. Поехали. Devil May Cry? Да, новый. Devil May Cry. От тебя, блин, говной воняет. Телефона чувствую. Сука. Какие дела, народ? Что? Я осознала, что Данте постарел вместе со мной. Он такой же для меня сасный, каким был раньше. Мне стали нравиться зрелые мужчинки. Вы поняли, она скоро от меня к старику уйдет. А ты типа не старый. Я еще молодой и в расцвете сил. И борода чешется просто. Ты всего на год младше Ромы. А что, Рома тоже не старый? А Роме 30. Самый прекрасный возраст для мужчины. Присловие. Надо было делать все-таки этот, еще вот это вот. С ЛДЖ-ем. Umbrella. О, да, я обожаю. Это Том Холланд? Это Том Холланд, да, я обожаю этот видос. Что, не видел, что ли? Нет. Umbrella Тома Холланда. А когда он появился? Ну, в смысле, когда его? Давно. Давно? Еще. Я не видел его. Еще, по-моему, после первого Человека-паука. А вот что представляют геймеры. Нормально. Сука. Все чаще слышу, типа, игры отрицательно влияют на психику людей и все такое. Слушайте, ну что за глупости в самом деле? Все же нормально. О, боже мой, жесть! Что это? Как младенец Sims. Что это? Почему? Как? Зачем? Что это за игра вообще? О, ну это я знаю. Нормально. Все в порядке. Еще прокрутился. Чё бы нет-то? Обратно прокрутился. Ну, возможно, в этом и есть доля правды, но лично мне больше на психику влияет вот такой вид из окна. Ну да. Этот. Кстати, какая-то же из этих, из чиновников сделала заявление, что игры не могут влиять на то, что дети убивают. Ну, типа, дети становятся, люди становятся убийцами и прочее. Трамп считает иначе. Не игры. И вообще, не игры делают человека неуравновешенным, а кривые руки. Ну, кто считает иначе? Трамп. А. Ты послушала Трамп, и ты решил переспросить? Я вообще другое услышал. Тут непонятно. Просто объясните, как можно оставаться спокойным, когда вот так? Это называется блядский Counter-Strike. В котором, ебать, какая кривая стрельба, блять. Разброс, сука. С калаша стрелять от бедра. А действительно, с хуя ли ты должен попадать? А-а-а! Блядская игра. Так, стоп, спокойно. В этой ситуации главное расслабиться, отдышаться и... так, стоп, о чем это я вообще? Причем, да, чувак реально стрелял точно. Влияет на людей, да. И меня забавляют люди, которые спрашивают у меня, типа, чувак, ты же прикалываешься по поводу того, что ты такой жупоруки. Ты ж не можешь быть таким кривым. Вот в таких людей хочется прям кинуть чем-нибудь. Но, сука, я знаю, что не попаду. Ааа, бедняга. Я разработал собственный вид пыток. Всех, кто меня бесит, я приглашаю с собой в Тиму. И там даже выдумать ничего не нужно. Но само собой все получается. Твоего, что ли, бахнуть? Да. А чтобы еще пополнить... Извини. Sorry. Игровой боезапас рекомендую вам и в Facebook. И работаю соперничество для них открытого стрима. Иными словами, абсолютно... Так, давайте вместе подумаем, как можно дополнить эту картину. Ну, например, это могут быть две вишни, либо очки, ну или там автомобиль. Да, конечно. Да, да. Ах, ну да, точно. Про Сквидварда я и не вспомнил. Тебя в детстве вниз головой не роняли?
Ну или может быть это ножик? Ножик? Ёжик, блин! Ну да, это более точный термин. Не нравится типа, что вокруг война, взрывы, выстрелы, а он, не отрывая руки, четким уверенным движением лупанул. Шедевр! Да он прям как Чайковский картины херачит. Мне вообще кажется, что задумка автора была другая. Он хотел нарисовать утро в сосновом лесу, начал с шишек, а потом что-то пошло не так. А, я опять нарисовал член, понятно. Сама... потом он начал принимать эти шишки. Автор пожелал остаться неизвестным. Ну а вообще, как говорится... Это намек на Мармока? Что, Мармок? Лучше не балуй, лишь бы цел остался. Следующее видео называется «Макс из Пиано Эксперт». Сейчас все поймете. А, все в порядке, да. There it was, the soundtrack to my life. И должно быть. Да. And вот так. Seconds, я так тоже могу играть на пианино. Макс, типа не хочет, чтобы его снимали. Камеру вырубай. И вообще, он играет на пианино без рук? Я вот не хочу опять углубляться в эту тему, но все же, чем он играет? Это ж Зеленский был. А, я думал, это машинка, а это человек. Слушай, друг, это у тебя, конечно, интересная манера передвижения, но ты с асфальтом лучше не балуй. Лишь бы цел остался. Ты слышал, в батле ребята неплохо так танцуют. Да, мне вспомнилось. Ёжик по травке бежит. И хохочет. И хохочет. Письку травка ёжику щекочет. Травка закончилась, гравий пошел. Ёжик без пиписьки домой пошел. Давайте проверим. Какого? Обычный день в Лос-Сантосе. Не, слушайте, ну чуваку сейчас прям жестко повезло. Этот хорошо отошел. Причем с тротуара на проезжую часть. Ага. Достойное. Дизайн канала, например. И, кстати, сейчас все кричат, мол, 50% зрителей смотрят видосы без подписки. Я зашел чекнуть и понял, что у меня только 35% зрителей подписаны. Не, пацаны, вы, конечно, сами смотрите там, но с подпиской лучше не балуй. Этот малой сюда доставляет. Кто может прийти по таймингу и совершенно не вовремя? Сережа! Я столько раз говорил про полицию Лос-Сантоса, что может сложиться впечатление, что только в пятой части копы такие неадекватные. Но нет, как бы все в порядке. Полиция Лос-Сантоса, пятая часть. А, ну да, GTA 5 же, точно. Что с тобой не так? Меня ничего не удивило. Простите, у меня недоразвитый мозг. И в Liberty City ребята тоже не отстают. Групповое самоубийство. Ну что сказать. Поезд сделал бум. Самое прикольное, что там нет водителя. И на кого теперь обвинение вешать? Но я бы на вашем месте проверил Илона Маска. На всякий случай, ибо трамвай с автопилотом — это что-то из его области. Ты из ГАН? Мэн каминг! Это когда в шутку дрался с младшим братом, но случайно борщинул. Но тут в комнату входит мама, и ты просишь его сделать вид, что ничего не произошло. Да, мам, все отлично, мы тут это... играем, ага. Кирюша, все же в порядке. Ну, как правило, после этого мама уже тебе делает. Кто-то курит Мальборо, кто-то Кэмэл, а кто-то Томпсона. Нормально! Все так и должно быть. Теперь это не Томми Ган, это Томми Бонг, ну или автомат Спайсона, кому как удобно. Слушайте, ну что сказать, в современном мире даже курение автоматизировано. Вот ты меня рассмешнил. Мне кажется, если с него затянуться, то ты сразу ловишь вьетнамский флешбэк, даже если ты там не был. Вот просто интересно, какой будет приход, если затянуться с Калашникова? И вообще, я не понимаю, какого хрена курит он, а вредит это моему здоровью, причем психическому. Так, ну а на этом, народ, все. Пункт приема лайков работает под этим видео круглосуточно, так что... Ну, в общем-то, все. Что ты там писякаешь?
Напоминает петуха, после отрубания башки можно еще бегать, ну да. О, я помню, короче, гуся, которому отрубили башку, он, сука, улетел! Он, блин, улетел! Разбрызгивая кровь повсюду, как у Тарантино. Жесть. Это был песос какой-то. Вышло. Чисто поле вокруг папа, короче, пенек, на котором рубит бошки птицам, он его выставлял за забор и отрубил гусю бошку, а тот начал летать, круги нарезать, такой подлети, подлетит, приземлится, бежит, бежит, кровь во все стороны, шея мотается. Вот я говно. Вообще, да, это очень жестко, я так задумался.